нужно отсканировать. Привет! Вы на канале Фася Гей. И сегодня мы откроем вот такой оригинальный, красивый, модный Бейблейд от фирмы Hasbro. Этот Бейблейд сканируется телефоном в приложении Бейблейд Burst. Но мне его не терпится открыть. Потому что я уже думаю, когда же я открою. Вот тут, смотри. Вот тут вот так. Да. Ой, понял, вот здесь. Вот так, да. И аккуратненько, аккуратненько, не вырывай сильно. Вот так аккуратно. Вот такие вот карточки. Это инструкция. Оно. Знаете, что есть 4 типа бейблейдов? Атака, баланс, защита и выносливость. Наш бейблейд типа баланс. Давайте посмотрим, какой он. Вот такой он. Зелено-синий. И вот такие штучки у него. Бейблейд, походу, нужно собирать. Вон здесь, сколько ты можешь сканировать предложением. Вот так вот собирается. Усиками только нужно дотронуться. Вот уже готово. Давайте теперь попробуем его запустить. Давайте попробуем запустить на полу. Надо кнопкой нажми. Кнопкой. Не-не, Бейблейд нужно разобрать. Давай. Помнишь, где мы показывали код? Да. Внутри. Нет, на самой шапочке, на самой верхней части. Вот это? Угу. Его нужно отсканировать. Это? Вот такой тебе Бейблейд дали.
Еще эти Beyblade. И ты можешь ним сражаться. Что это? Представляешь, я сразу могу бать. Представляешь? Отлично. Видишь, какой он у тебя? Да. Теперь ты можешь сражаться вот таким Beyblade'ом. Я победил? Ну да, конечно. Как классно. Я таким Beyblade'ом победил, наверное, всех сериях. И ты победишь. Ты сказал своим подписчикам, почитай, что в этом приложении можно сражаться Beyblade'ами по всему миру. Мам, цифровой волчок Beyblade Burst разблокирован. Вот теперь ты разблокировал свой цифровой волчок Beyblade Burst. Я пойду поиграю в нем еще раз. Ну, еще раз поскольку. А больше нельзя, только один раз. Ну, попробуй, попробуй. Он тебе скажет, что у тебя такой волчок есть. Видишь, сканирует только один раз. У меня засветился второй волчок. Это Непстриус. Ой. Непстриус. Непстриус. Вот такой появляет у меня, друзья. Вот такой желтый с синим. Балансирующий. Очень скоро мне придет целый набор Beyblade'ов. Если ты не хочешь это видео пропустить, подпишись. Всем до встречи. Пока-пока.